Я таки достал сосиски, понимаете, сосиски. Я полчаса здесь сижу, гребаные сосиски. Пожарить бы их бы. Эх. Взять. Все, хорошо, назад. Мы кисе можем дать сосиски или не можем дать? Или чисто пожарить их надо? Так, а давай ты пробежись. Хэштег кися отстань. Я просто не достал эту какую баночку. Я только сосиски достал. Так, давай. Миска-то пустая. Неудивительно, что он так орёт. Лучше бы мышей ловил. Так положи сосиску туда. Ну, положи сосиску. У фрау тут целое богатство. Поглядим? Нет, а вдруг я что-нибудь разобью? Ну, как знаешь. Так, ладно, пошлите опять к холодильнику. Значит, эта серия будет у нас состоять из хэштега, короче, достань с холодильника сосиски, да? Так, во, добавь баночку сюда, это сюда, это сюда. Давай, направо. Направо, либо налево, ты уже определись. Во. И вот эту штуку отдай мне, пожалуйста. Не поверить, это труднее, чем кажется. Она может не двигаться туда, а вправо ты можешь уйти? Не, не можешь. Хорошо, дай баночку. Дай баночку направо. Направо, направо, направо. Дай баночку надо. Либо налево, но мне направо надо. Да, конечно, его. И дальше? Почему вот это вот двигается вот так сюда-туда? А ты меня только вперед-назад. Ну, не, достать не могу. Не могу понять ногу, не ногу, а ногу. Хорошо, выдвини, выдвинись. Ну, пожалуйста, выдвинись. Алло, игра. Но не хочет его двигать. А дальше будет? Во, оно? Ну шо? Что не так? Что мешает? Алло. О, любимое лакомство черныша. Наконец-то! Черныш. Черкаш, блядь. Я бы его назвал бы черкашом. Чтоб я так жил. Так, идемте, черкашу немножко. Положим понямать, пожарим сосисоны. И надеюсь, мы дальше продолжим. Кто-то попридумывает всякую ерунду. Давай, черкаш, кушай. Ешь, ушастик. Ой, как вкусно нямает. Я ж сам нямать захотел. Все? Ты понямал? Сейчас на кресло спать, да? Да, ну, как обычно. Как обычно коты делают. Так, нам нужно пожарить с вами сосисоны. Ну что? Давай разбираться, что и как готовить будем. Давай. Так. Вот и кастрюлька. Надо бы воды набрать, если хочешь сварить чего-нибудь. Угу. А сковородку? Не. Ладно. Ладно, ладно. Будем варить, значит, сосисоны. Хотя, получается, бы их обжарил бы. Думаю, столько воды хватит. Раковина пустая. Если так. Не, не хочу. Так, ну что? Давай подумаем, что готовить будем. Давай. Надо осмотреться. Так, сюда сковородку. Ну? Хэштег печка зажгись. Ладно, надо осмотреться. Идем. Опа. Ну? Алло. Алло, игра. Дай мне, пожалуйста. Дай мне, пожалуйста, в шкаф залезть. А что мы будем готовить с вами? Так, это картофель или что это? Или это хлеб? Или... Фрау явно собиралась приготовить завтрак. Может, это ее поторопил, и поэтому она ушла? Хочешь закончить начатое? Нет. Почему бы и нет? Нет, не хочу.
Что это? Это... Ага, мы сейчас картофель будем с вами чистить. Да ты шуля, ребят. Вообще. Вспомнил свои... Крица школьные годы. Как я практикантом был. И чистил картоську. Все, повернуть. Блин, ну это сильно долго. Пол картофелины, считай, очищены. Согласен. Но экономкой было быстрее бы. Еще чуть-чуть. Вот и первое готово. Молодец. Я не буду все три чистить. Ну не хочу я, не хочу я. Может медленнее это надо делать? Так, раз. Ага, ребят, просто медленнее делайте. Все, я думал, чем быстрее, тем лучше, но... Но оказалось, что нет. Просто медленно, не спеша. Во. Хорошо. Все, шикарно. Не давайте, дурно, не дурно. Давайте еще одну почистим. Я думаю, где-то половина людей уже вышла на этом моменте, да? Но, в принципе, можно не записывать. То, что я разговариваю, уже все вышли. И не будут смотреть, как я картошку чищу. Ой, все. Так, еще чуть-чуть. Во, да. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну и... что, этого хватит? Да, согласен. Остается только отварить. Угу. Давай. Так, пошли варить. Бросим картошечку. Так. Сосиски на сковородку. Вот так. С пюрешечкой, да? Остается зажечь плиту и дело в шляпе. Так. Угу. А как зажечь? Во, давай. Шикс. Ты что ж такое? Ну да, ты никогда с первого раза не могла. Спичек полно, так что не переживай. А зачем спешить? Давай еще разок. Давай. Может, резче надо? Да, резче надо было просто. Так, погоди, а мне ж надо... Мне ж надо было этот, как его... Еще картофель поставить. Алло, игра, дай возможность картофель поставить. Вот и колбасочки готовы. Да. Пахнет. А пахнет як. Вкусно. Так, двигай кастрюля. Алло. Кастрюля, двигайся. Блин, это начинается вот это вот. Все, поехали. Поехали варить. Картофель. Блин, я бы лучше пожарил бы, наверное. Картошечка, кажется, готова. Можно выкладывать. Только не забудь плиту выключить. Что, возьму и не выключу. Ну, вроде все готово. Можно накрывать на стол. Какая же ты самостоятельная. Аж гордость. Угу, аж гордость берет, согласен. Так, дай выйти. А? Хорошо. Отлично, пошли накрывать. Ну, хотя бы нарисовали анимацию, что она в руках что-то несет. Дай угадаю, сейчас надо будет скатерть найти, да? Найти скатерть, там убрать на столе еще что-то. Так. Посуда еще со вчерашнего вечера осталась. Фрау в последнее время немного рассеянная, да и я почти не помогаю. Неправда, ты у меня молодец. Посмотрел бы. А молодцы что делают? Ребят, напишите мне в комментариях. Давай лучше уберем это все сами. Правильно, убирает все сами. Мысль хорошая. Так, давай ставим сюда, ставим сюда, ставим сюда, это сюда. Вот, так гораздо лучше. Согласен. Осталось отнести посуду в раковину. Все чисто, остается только накрыть на стол. Если... Если что? Это мне надо сначала помыть его или что? Как же так? Да быть этого не может, брешут они. Когда же все это уже закончится?
Скоро, моя милая, скоро. Ну, у меня ж есть посуда. Че эти сосисонки? Дай сосисонки поставят. Новые записки. Алло, отпусти меня. Все. Подло бесишь меня. Дай сосисон поставить. Так, назад. Все. Алло, Ира, дай назад быть. 1, 2, 3, 4, 5. Так, салонка. Гляди, ага. Фрау оставила свой ежедневник. Что это на нее нашло? Да уж, на нее это не похоже. А давай посмотрим записи. Вдруг отглядывать станет... некрасиво. Ты плохо на меня влияешь. Согласен. Спасибо, прочитал. Все прочитали? Так много дел у фрау, а я даже не замечала. Да уж, она женщина деловая. Надо бы помочь. Нет, нет, не надо. Отличная мысль. Давай переведем, что написано, и поймем, что сделать надо. Ну не надо, ну пожалуйста. Так, покормить кота, вымыть пол, приготовить обед. Ну все мы сделали. И пометь еще, что меня подлатать нужно. Ну ладно, заштопать варежку, хорошо. Ну что, раз фронт работ понятен, давай приступать. Давай, сейчас заштопаем варежку и... Есть! И будем есть, правильно. Все, можно выйти? Спасибо. Так, пошли, ага, а варежку мы с вами не заштопаем, потому что у нас там ключика нету от машинки. Тогда мне нужно что? Правильно, найти. Сколько хороших книг у фрау. Найти ключик. Да прям, я так, потихоньку. Найти муж ключик. Муж фрау ушел на фронт. И сын тоже. Как мой папа. Угу. Только воюют они там против наших. Ну да. Так, тут ключа нету, да? Хорошо. Так, книжки. Ой, упала или что? Хорошо, давай смотреть. Что я роблю? А? Так ты ж було уже, блядь. Так, пошлите отсюда, все. До побачення. Идемте помоем посуду. Заштопаем нашу варежку, понямаем и до побачення. Здорово ты справилась. Да что тут особенного? Согласен. Так, сейчас, ребята, у вас буквально на секунду может рулька подзависнуть, но я сейчас быстро. Во, все. Так, посуду мы помыли, правильно? Правильно. Угу, смотреть. Нет, не хочу смотреть. Я хочу понямать. Можно накрывать на стол? Да, давай. Шикс. Давай. О! Красота! Вообще. Теперь можно и поесть. А я хотела дождаться фрау. Так остынет же. Лучше пусть остынет, чем есть в одиночестве. Справедливо. Крови быдло. Ладно, мы с вами не понямаем. Так, погоди, а здесь... Так, кто на свете всех милее? Конечно, ты, мой вязаный друг. Ну-ну. У нас тут нету ключика от машинки. Так, вот, сиди сюда. Давай штопать. Готовы к операции по спасению боевого друга? Готовы. Готовы, дети? Да, капитан. Я-то готова, только инструменты нужны. Ой, начинается. Что, какие тебе инструменты нужны? Ну, давай. Что тебе нужно? Скажи, пожалуйста, вот что тебе еще нужно? Шо? Ого, а это что такое? Это фрау вчера с чердака достала старые игрушки дочери. Чего же мы ждем? Давай посмотрим, что там за добро. Сейчас есть дела поважнее. Согласен. Нам нужно найти инструменты. Смотри, ты без папиной помощи справилась на этот раз. Вышло так себе, честно говоря. Да ладно тебе, все приходит с опытом.
Хочешь еще раз попробовать? Нет. Нет. Сейчас не время. Не время сейчас. Ну, может быть, в другой раз. Да, давай в другой раз. И когда ты успела столько прочесть? Хм, главное начать. Не то чтобы я все поняла по-немецки, но картинки очень красивые. В принципе, ты описала, кажется, весь мой учебный год в школе. Непонятно, что написано, но картинки интересные. Так, давай, давай выходить отсюда и искать инструменты. Инструменты, инструменты, инструменты. Здесь нету, да, за шапкой? Ну, я вытащить не могу шапку. Алло. Эштека, дай шапку. Не, не могу. Ладно. Честно, я без понятия даже, где она может быть. Может, в шкафу. У фрау тут целая... Нет, а вдруг я что-нибудь разобью? Да не разобьешь. Ну, как знаешь. Ладно, ладно. Эх, должно быть мягкое у фрау креслице. Не время еще отдыхать. Труд, конечно, облагораживает, но нас с тобой бездельниками назвать сложно. Согласен. Вот когда все сделаем, тогда и поваляемся со спокойной душой. Тогда дай подсказку, где оно лежит все. Ну явно ж не на кухне, правильно? Так, тут можно смотреться? Нет, тут нельзя смотреться. Тут? Тут тоже нельзя. Может где-то между книгами? Сейчас, наверное, опять буду, да? 200 серий искать это все. Так. Это мне каждую надо открыть. Ля, отдай. Вот ты где спрятался. Ага, ага, вот оно. Тайник у фрау, что надо. Сразу видно, человек культурный. Согласен. Взяла книжку, испортила. Фрау. Так, побежали. Побежали чинить варежку. Давай нямать. Давай смотреть, что нас ждет дальше. Так, бонжур. Все еще закрыто. Так, может, ты откроешь? И все еще нужен ключ. Ого, похоже, фрау здесь не только нитки прячет. Что еще? Траву? А я все думала, куда она его убирает? Че вибратор, что там? Такие времена, что радио лучше держать подальше от посторонних глаз. А, радио, понял. Говорится, шо у кого болит, да? Тот о том и говорит. Ладно, до побачення, давай вставляем. Ну что, я готов. Давай, поехали. Смотри, я для верности прошью тебя по контуру. А ты точно умеешь этой штукой пользоваться? Да, нормально. Да, фрау мне все объяснила. Чтобы сделать шов, крутишь маховик. Если нужно поправить ткань, аккуратно ее двигаешь. Звучит просто. Согласен. Двигаем. Шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Стукни. Ага. Понял. Тихо. Ну. Алло. Что мне нужно делать? Так. За бред. Алло, варежка. Хэштег варежка, починись. Ой, давайте сейчас тут еще на 40 минут мы с вами останемся. Будем вот это вот. Хорошо. Короче, самое интересное, что когда надо, оно ничего не делает ему, да? А, вот оно что. Чуть-чуть подровнять. Чуть-чуть-чуть-чуть подровняю. Да, конечно. Извини. Все хорошо, не переживай. Так, во, поехали. Так, хорошо. Так, вообще, ля, вот это мы с вами швеи-мотористки. Пятого разряда. Ну, я думаю, это уже перебор. Вот такая вот детализация процесса. Чисто, как говорится, затягивание геймплея. Ничего, ничего, я держусь. Держись, все хорошо. Давай, 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 давай. Отлично.
Опа, все-все. Честно, даже не знаю, что и комментировать. Совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть осталось. О. О, ну наконец-то все. Ура! Теперь как новенький. Мы молодцы. Новенький, это сильно сказано, но чувствую я себя действительно лучше. Ладно, придется, чтоб стояло, то все не важно. Так, назад. Все, пошли нямать теперь. Давай. Пошли нямать, пошли нямать. Не, назад? Ага, отдыхать будем, да? Ждать фрау мадам. Ой, чуть не забыла. Мы же радио хотели послушать. Нет, это вы хотели послушать. А я хочу продолжить игры. Да, оно ждет тебя в шкафчике, где швейная машинка. Да помню я. Ладно, ладно. Пойдемте послушаем радио. Так, бонжур. Пойдем скорее в кресло радио слушать. Пойдем. Идем. Ура! Уи! Можно подпрыгнуть, да можно. Уи! Мы идем слушать радио. Уи! Мы затягиваем геймплей. Уи! Вместо того, чтобы дальше проходить. Так, только можно победа мне там близка. Без авторских прав. Советские войска уже в Польше. Мирные немцы не поддерживают фашистов и переходят на сторону СССР и союзников. Фронт совсем рядом. Сотни или даже десятки километров. Добраться до него, до своих, остарбайтеры или пленные могут пешком или на поезде. Вот так дела. Когда выдвигаемся? Так. Без... Думаешь, пора? Без понятия. Думаю, да. Да как сказать? С одной стороны, сейчас тепло. Идти легче. С другой, все еще огромный риск. Ну, а с третьей мы еще не понямали. Сейчас у нас крыша над головой, еда. Мы с тобой чудом выжили. Не факт, что повезет снова. Тогда что ты предлагаешь? Остаться. Нужно все хорошенько обдумать. Это правда. Ася, проснись. Возьми ключи и запрись в комнате. Не переживай, Алис wird gut. Хорошо. Сиди тихо. А я договорюсь. Ася, проснись, ты обосралась. Да я и не спала. Так, все. Закрывай. Не пойму, что они там говорят. Поступили жалобы за одним столом с русской девочкой. Советские передачи по радио. А сейчас? Что там у них происходит? Это солдаты. Уводят ее куда-то. Идут сюда. Так, нам нужно убегать и как можно так, скорее. Так, быстро шапку. Шапку. Будем брать шапку или не будем? Или в окно сразу? Нет, в окно не получится. Там они нас быстро схватят. Ну хорошо, уже, на кровать. Ася, они сейчас выломают дверь. Давай, 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 давай. Ну. Точно теперь как миссия невыполнима будет. Ну? Что это? Какой кошмар. А, я думал, зависло. Бедная фрау. Теперь-то у нас одна дорога. Домой. Согласен. Главное не оглядываться. Пошли. Надеюсь, мы так не будем минут 40 идти. Так, давай остановимся. Спрыгнуть можем? Нет, спрыгнуть не можем. Хорошо. Ой-ой-ой. Ага. Спрыгнул, проверяй. Ты цела? Да нормально. Я уж было стал забывать про наши передряги. Все хорошо.
Так, наверх. Что такое? Нас еще ищут. Ага, понял. То есть мы медленно, не спеша, да, идем или можем бежать? Ух, господи! Побежали. До побачення. Надеюсь, ворота заперты плотно. Ой. Хэштег Ася, вставай. Все. Ты что? Что ты там увидел? Что ты там увидел? О, начинается, ля-ля-ля. Тихо, присели. Да, сейчас он сюда, да? Так, возвращается. Побежали, побежали. Все-все-все, до побачення. Может, переждем тут? Ага. Похоже, нам тут не рады. Переждали, проверяй. По радио говорили, дойти до Восточного фронта пешком. Сейчас, конечно, теплее стало, но все же, сколько там километров? Ты думал, километров 5. Куда? В какую сторону? Туда, направо. Ладно, нам бы не попасться, а ноги выведут на нужный путь. Кажется, направо, да. Все, теперь за нами точно никто не побежит. Я просто здесь прыгаю, да? Потому что тут всякие обломки лежат, и не хочется падать. И я как-то не вовремя это делаю. Нет, только не собака. Давай скорее, пока она за нами не побежала. Да бегу, что ты от меня хочешь, что ты кричишь? Блин, а ты чего, Ася, хэштег Ася, прыгай. Ладно, понял. Все, хорошо. Хорошо. Так, ребята, одну секундочку, мне надо кое-что посмотреть. Так, все, побежали. Вот и полоса препятствий. Ну ничего, глаза боятся, ноги прыгают. О, согласен. У меня никогда не получалось вот такие вот квесты проходить. Пожалуйста, Арчи, не спеши. Все. Хэштег Арчи, не спеши. А, оно еще ломается. Оно еще падлой ломает. Ладно. Все, хорошо. Давай. Во, Халк крушить. Делаем. Уи. Тихо. Где это мы? Я думаю, в полной. Стой. Стою. Что, какая-то охраняемая зона. Походу. Видишь тот прожектор? Не вижу. Нам в него попадаться никак нельзя. Так, побежали. Не, побежали, девочка, ты чего стоишь, алло? Тихонечко. Ох, успели. Все, можно бежать. Так. Наконец-то, железнодорожная станция. Во, давай на поезд. Все-таки по рельсам быстрее, чем на своих двоих. Ласен, забираем коробочку. Понять бы еще, какой поезд нам нужен. И до побачения этот... Все, дон достала библиотека. Ту-ту. Поехали, ребята. Движется, это уже неплохо. Только вот, куда он едет? Не знаю. Ладно, доверимся случаю. А я не могу бежать. Ля. Здесь даже уютно как-то. Не тесно, по крайней мере. Можно зайти внутрь немножко, чтобы типа не так палевно было или не? Только не говори, что ты сейчас остановишься, мне придется пробегать вот эти вот фонарики.
Да, ты остановился, мне придется еще пробивать эти фонарики. Похоже, все-таки далеко он не уедет. Давай искать дальше. Давай. Приехали, проверяй. Вот это мы с тобой вляпались. Согласен. Ничего. И не из таких передряг выбирались. Ну да, побежали. Ты маленькая, юркая. Кто тебя здесь заметит? По-любому сейчас пару раз спалимся. Помнишь, как ты с папой в прятки играла? По-любому сейчас... О, тихо, 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 тихо. Делал вид, что не знает, где тебя искать. А потом ведь серьезно не мог тебя найти. Тихо, 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 ты тихонечко. Ты ведь почти час в той коробке просидела. Я как флэш. Да, хорошие были времена. Согласен. Во, побежали, побежали, побежали. Ой, Ася, встань, пожалуйста. Нет, нас заметили. Хэштег Ася, встань. Так, Арчи, подпрыгнуть надо будет. Прыгаем. Молодец. Тихо, 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 тихо. Кто это там? Кто-то там увидел это. Гляди в оба. Гляжу. Так, давай разбираться. Ага. Сюда. Сюда. Бежим, бежим, бежим. Нет, 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 нет. Давай налево. Все, до побочения. Ловкая, как тень. Только не зазнавайся. Хорошо, не буду. Нам нельзя. Еще осторожнее. Еще осторожнее. Выхода нет, надо ползти. Только бы не заметили. Так, все молчим, ребят, чтобы нас никто не заметил. Слышь, а куда ты идешь, аля? Падла. Куда ты, падла, идешь? Все, до побачення. Можно бежать, пожалуйста, можно бежать. Ух, не люблю такие ситуации. Напряжённо. Так, хорошо. Давай смотреть. Нет, 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 нет. Ага. Ага, падла, перешел, да? Так, сейчас он посветит. Давай вниз. О, все. Кажется, этим вагоном нет конца. Но это только кажется. Мы с тобой все преодолеем. Ну да. Нет, так мы не пойдем. Согласен. Заметят. И что ты предлагаешь? Предлагаю его майкнуть. Что там происходит? Поезд едет, да? Где происходит? Ну, запрыгнуть нельзя никак. Нельзя никогда запрыгнуть. Ага, а сюда пройти? Присесть, и она дальше не хочет идти. Окей, мы идем назад. Идем, идем назад. Так, может, залезть надо? Во! Давай, Ася, давай. Беги! Куда? Куда бежать? Алло. Куда бежать? Фанси! No. Никакое такси нам не нужно. Мы перепрыгиваем. Ой, начинается. Ой, ребят, ну это надолго. Держу в курсе, это надолго. Можете пока себе чаек заварить. Думаю, минут через 40 придете, и как раз я с вами добегу. Варежка, не молчи. Куда нам дальше? Не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет. Залезай в ящик. Ну же, скорей. Давай. Во, шикарно. Девочка, где? Напишите в комментариях, где. Только я? Nichts nutz. Я бы тебе ответил бы, где. Прям в рифму. Спасибо.
Ты чего здесь делаешь-то, малая? Спасибо, Чинхачук. Красное ухо. Мне на Восточный фронт нужно. Там свои. Неужели прорвались к Польше? Вот так новости. У вас нашивка. Вы что ли? Да, много нас здесь, на чужой земле, в неволе. А ты-то как бежала? Ногами. Да я еще той осенью. Это твой поезд подъехал. Скоро отправится. Так, давай прячься. Я тебя до вагона донесу. Все бы отдал, чтобы твою историю дослушать, но время поджимает. Я бы и сам в этот поезд сел. Только заметит меня. А у тебя еще есть шанс. Сейчас будем идти мимо охраны. Сиди тихо, иначе нам обоим конец. Я тут микрофошку выключил, сижу, думаю, они сейчас разговаривать будут. Они молча идут. Ладно, давайте, как говорится, пообщаюсь с вами, ребят. Как ваши дела, рассказывайте. Чё новенького? Все, тогда не ставим лайкосики, не подписываемся на канал. В чем проблема? Вол захотели. Быстро подписались на канал и лайк поставили. Все. Чинхачук Красное Ухо помог нам. Спасибо тебе. Ох-хо-хо. Как же нам повезло. Только представь, несколько часов, и мы уже на месте. Нас направят куда надо, а там уже и до дома рукой подать. Красота. Согласен. Ну да, что-то мы стоим. А что, если они вагоны обыскивать начали? Падла. Что делать? Давай-ка мы с тобой тихонечко вылезем и посмотрим в щелочку, чтобы быть наготове в случае чего. Так, давайте, наверное, мы в щелочку с вами посмотрим и в другие места в следующей серии. А в этой, как говорится, всем спасибо, всем пожалуйста, и всем до потом.